Женщине с четырьмя детьми из Ленинского помогли углем неравнодушные люди. Напомню, Айгерим Данкина обратилась в редакцию телекомпании «Ирбис», когда твердого топлива у нее осталось на пару дней. Рассчитывала на помощь местного акимата, однако ей отказали. Айгерим Данкина рассказывает, услышав ответ акимата о том, что в Ленинском социальный уголь не предоставляют, собрала последние деньги и купила твердое топливо. Правда, самое дешевое и, по сути, одну пыль. Параллельно стали поступать звонки от незнакомых людей. 15 звонков было. Звонили мне помогать, помочь углями. Я многих отказала, потому что все-таки государство должен был помочь. Спасибо Адильхану, дядь Булатову с Майского района и Центр молодежи помогли мне. И я согласился с одним условием, то, что от моего имени тоже какие-то мероприятия где-нибудь требуется будет помощь. От своего имени 20 тортов буду делать. Женщине привезли более 2 тонн качественного угля. Его хватит на ближайший месяц, признается Айгерим. А после супруг пришлет деньги. Сейчас он находится на заработках в России. Стоит напомнить, Айгерим – педагог-технолог в Павлодарском колледже. Воспитывает 4 детей, один из которых страдает эпилепсией. До переезда в Ленинский из-за инвалидности ребенка в сельской зоне Аксу семье выделяли твердое топливо. Артем Клеман, Серик Онакбаев, телекомпания «Ирбис».